Вот он, главный трофей высшей хоккейной лиги – кубок имени Владимира Петрова среди болельщиков клуба «Югра» и нефтеюганец Платон Кипаренко. Они очень круто играют, здорово. На трибунах аншлаг, пятилетний Андрей требует главного. Шайбу, шайбу! И рассказывает, за что любит хоккей. Нравится кататься и еще забивать голы. Ну а на корте приветствуют победителей Кубка Петрова – хоккейный клуб «Югра». Номер 42. Надеюсь на то, что эта победа, которую вы сегодня здесь представляете, игроки, будет не последней. А вот эта молодежь, которая сегодня здесь смотрит на вас, все будут мечтать попасть в команду ХК «Югра». Напомним, югорскому клубу удалось завоевать кубок имени Владимира Петрова. Победа в игре высшей хоккейной лиги досталась спортсменам в 5-м матче финальной серии плей-офф с новокузнецким «Металлургом» со счетом 2-1. На самом деле не передать, какие ощущения внутри. Я до сих пор еще так это сильно, ну, так не осознал. Так они, ну, конечно, радостные, необычные. Такого никогда в жизни еще не ощущал. Хоккейный мастер-класс от победителей. У каждого игрока свое направление, комментирует один из тренеров клуба. Надо быстро переходить от атаки, ну, так сказать, от обороны в атаке, чтобы коньки работали. Ребята перекатываются, но они просто перекатываются, а надо, чтобы коньки работали. Ты должен, как вот Мозяйкин или там эти, и Гусев, и вот коньки должны работать. Александр Дрягилев, защитник клуба «Югра», по ходу мастер-класса попросили оценить уровень наших ребят. Хорошо делать, замечательно. Я в эти года так не делал. Антон Волков, начинающий вратарь, постоянно следит за успехом югорского хоккейного клуба и сегодняшней учебой доволен. Я научился, ну, отбивать шайбы, научился катанием, научился падать на щитки и делать нормальную растяжку, нормальную стойку. В финале встречи начинающих и опытных хоккеистов, фото на память и настрой на общие победы. Далее долгожданная автограф-сессия и общение с хоккеистами. Наталья Платонова, Евгений Трефилов, телерадиокомпания «Юганск».